Всем привет, мои хорошие. В общем, у нас работа идет полным ходом. Мы с Наталькой красим. Сейчас попозже покажу я вам, как все это у нас начиналось. Обалдеть, что было и как стало вообще клево. Ну и рожа. Сейчас надо мной посмеялись, говорят, ну и рожа у тебя. Я говорю, ну ничего страшного, я же крашу. Такая красочка у нас. Так что у нас сегодня ночью, я в общем всю ночь не спала. У меня степашки. Нет, не покрашу. Смотри, куда красишь, а не уже тут комментируют, чтобы я это в телефон не смотрела. В общем, всю ночь я не спала. У меня у Степана была температура 39,6. Вызвала педиатра. Сегодня пришел, посмотрел. Ларингит поставили. Сейчас докрасим столбики с дочерью, пойдем в аптеку, сходим, лекарства возьму. Что нам назначили? Он лежит, температура опять поднялась, 39. Я сейчас ему сбила, так что смотрите, как это все у нас начиналось. Такой страшный у нас стоял забор. Сейчас мы его будем менять. Неужели моя мечта сбывается? Аллилуйя, я жду не дождусь, как все изменится. И вот такой хаос с этой стороны вообще страшен. Ну ничего страшного, чуть-чуть осталось времени, и он у нас новый. Здесь помощник, он помогает вообще по всем дощечкам. Ой, помощник. Везде, по всему забору. Рики, иди сюда, попрыгай со мной. Рикулька, айда. Скользнул. Ты где бегаешь? Вот он носится тут вообще туда-сюда, туда-сюда. Скорость у него. Только хвост один торчит. Выпрыги. Рик, я тебя потеряла. Вот он выскакивает. И тут скачет везде он, а. Шустрик маленький. Так, процесс идет. Тут уже эти положили, как называется, вдоль эти. Короче, доски, я не знаю, как называется. А, тут уже заборчик, смотрите, какой цвет. Обалдеть, высокий. Прожилины туда тоже прожилины. Лежат. Так что сейчас мы его быстренько чук-чук-чук-чук, и он будет готов. Так вот, заборчик новый у нас готов полностью. Тут калиточка. Ручка такая красивая. Здесь то, что земля низко у нас, с той стороны высоко. Из-за этого и получается снизу дощечки добавлялись. Заборчик полностью готов. Вообще красота. Еще во дворе там осталось доделать. И все будет готово. Супер. Вообще я довольная новым заборчиком. Как вам, друзья? Здесь вот так заборчик сделан. И тоже полностью все. Старый забор убрали. Только здесь такой еще хаос. Сейчас все переберем. Дровишки перепилим и уберем. И будет чистенько. Двор прикольный. Большой такой стал. Вообще. Территория большая.
Так, все, мы заборчик уже с этой стороны покрасили с доченькой. Все закрасили. Смотрите, какой хорошенький. А этот железки сейчас еще соберет. И все это железки на металлолом сдадут. И пол сравняем, не пол, а землю все сравняем, чтобы ровненько было. Так что вот так вот все получилось. И красиво. Вот снизу вот эти еще досочки. Еще их покрасить, у нас краски не хватило. Вот это снизу, с этой стороны досочки. Сейчас с той стороны еще покажу. Там тоже надо чуть-чуть докрасить. Так что вообще мне так нравится. Я выхожу, в общем, во двор, и мне такое ощущение, как будто я не дома. Собор сделан. Вообще обалдеть. Так что вот такая красота у нас стоит. Тут такой плиты стоят, лежат. Плитку пока еще не кладем. Ну, планируем. Сделаем, все отличненько будет. Сейчас пойду с той стороны покажу. Ой, чуть не упала. Так, с этой стороны, конечно, я уже показывала. Вот как все клевенько. Только еще вот эту тоже нижнюю досочку, коричневую краску надо купить и коричневой закрасить. Так что заборчик у нас готовый. Кому нравится наш заборчик, ставим классики. Все, в общем, мы покрасили с Наталькой. И идем в магазинчик. Кое-что купить надо и лекарства Степашки. Ой, а я рецепт взяла. Кажется, сумку положила. Так что лекарства возьмем. Жвачку буду. Приедем домой и будем ужин готовить. Картошечку пожарим и салатик сделаем. Да, зайчка? Угу. Так что, такие вот делишки. Пришли мы с магазика. Купили хлебушек, чесночок взяла, чтобы был. Не знаю зачем. Чупа-чупс захотела такие петушочки. Тук Степашки. Картошечку свежую взяла, молоденькую. Сейчас я, в общем, жарить я передумала. Сейчас я ее целую отварю. И селедочку взяла с селедочкой. И салатик чуть-чуть сделаю. Штанки вот такие одноразовые взяла. Ну, выбирала такие, чтобы хорошие были. Думаю, что хорошие. Сейчас открою бананчики. И вот лекарство все Степану, что антибиотики. Ну, это парацетамол от температуры. Фурацилин горло полоскать. Ацетилка, чтобы у меня была. Полидекса. Это нос пшикать. И спазмолгон. Спазмолин от головы я себе взяла. И антибиотик. Для Максим, короче, сыночку лечить буду по полной. Но у меня ухо еще заложено. И жвачки по 19 рублей. При покупке 3 штук. В общем, 3 штуки взяли. Мы без этого не можем. Жвачку обязательно надо. Сейчас буду готовить, кушать. Так вот, я ужин приготовила. Картошечку целую с лучком, с маслом. Селедочку вот такую. С лучком, тоже с маслицем. И салатик сделала. Зимний, только без горошка. Или оливье, как он правильно называется. Горошек, в общем, я не люблю. Сестренка мне вчера раздразнила. Я посмотрела, что она салатики сделала. И я тоже сегодня сделала салатик. Так что стол накрыла. Это у нас ужин. Ой, доченька, спасибо. Наташка меня похвалила. Так что приятного аппетита, кто садится кушать. Пойдемте все кушать, мои хорошие. И всем покасики. До завтра.